дубль 3. В Сирии идет гражданская война. И, к большому сожалению, вне зависимости от того, будет уничтожено химическое оружие или не будет, что будет с биологическим оружием, о котором все забыли, а в Сирии она тоже есть, гражданская война там будет идти годами, а то и десятилетиями. Это нормальное состояние сегодняшнего Ближнего Востока, где государственность рушится, в том числе светские страны перестают существовать, и исламисты постепенно рушат один режим на другой. В Сирии все это просто приостановилось. Состав населения страны слишком подходил для геноцида. И ни христиане, ни черкесы, ни курды, ни друзы, ни алавиты, ни вообще все те этнические религиозные меньшинства, которых вырезали бы после свержения Асада, как и светские сунниты, совершенно не готовы были к такому результату. Это не Ливия и не Египет.